Сейчас перемены происходят в жизни. Да. Как вы их переживаете? Новый этап. Да, все вы хорошо. Скоро станете... Я не комментирую, но у меня все хорошо. Спасибо. Настоящая причина развода Алсу и Абрамова. Решетова похвасталась кольцом на том самом пальце. Всего несколько недель назад Алсу и Яна Абрамова, с которым певица прожила 18 лет, официально развели. Этому предшествовало целое лето разбирательств между бывшими супругами, в ходе которых всплывали грязные подробности их конфликта. Например, артистка практически открыто высказалась о любовнице отца своих детей. Слухи о том, что предприниматель не хранит верность своей красавице жене, ходили давно. Только не приписывали в любовнице Яна и Викторию Лопыреву, и Ксению Бурду, и Анастасию Решетову. И связь с последней, судя по всему, действительно имела место. Поскольку Алсу публично обвинила экс-пассию Тимати во лжи, та утверждала, что никогда не связывалась с женатыми, а после и вовсе назвала конкурентку.